Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино Топ. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Вместе навсегда». Приятного просмотра. О чем сериал «Вместе навсегда» сюжет? Сериал «Вместе навсегда» рассказывает о влюбленных, которые не могут быть вместе из-за противостояния родителей. Также в их отношении вмешивается и богатый предприниматель, который хочет сделать все, чтобы пара распалась. Катя и Саша вместе уже не один год, с каждым днем их любовь только крепче. Они уверены, что вместе преодолеют любые преграды. Но как бы не так, Катя и Саша собирают своих родителей за одним столом. Однако безобидное знакомство превращается в настоящий скандал. Оказывается, еще до рождения детей родителей Кати и Саши воевали друг с другом и стали заклятыми врагами. Также в пару главных героев вмешивается богатый бизнесмен Роман Гордеев, владелец подпольного казино. Он влюбляется в Катю с первого взгляда и решает любыми способами заполучить ее. Однако главная героиня неприступна, так как верна Саше. Но все меняется, когда Гордеев начинает шантажировать мать Кати. Та соглашается ему помочь. Родительница уговаривает Катю выйти замуж за Романа. По ее мнению, только с бизнесменом она обретет счастливую жизнь. Смогут ли главные герои сохранить свои чувства и пройти все испытания, которые выпали на их судьбу? Пятая серия. Лизе, сестре Кати, срочно требуется дорогостоящая операция за границей. Саша и Катя ищут деньги, но счет идет на дни. Алевтина клянется, что спасет дочь во что бы то ни стало. Судьба сестры оказывается в руках Кати. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу, ну и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео на нашем канале.